Посмотрите, ребята, я скупил всю банановую секцию. Тут килограммов, ну, наверное, 50. Итак, кто из вас чистит банан перед тем, как его съесть? И вот, сзади меня 50 килограмм бананов, и сегодня мы протестируем возможность дрифта на кожуре от банана. Я знаю, что это не просто кожура внутри банана, но я не буду себя утруждать очисткой целой кучи бананов, потому что если оставить бананы внутри, эффект будет еще круче, так как бананы сделают поверхность еще более скользкой. И вот я подъезжаю на парковку, там тусуются какие-то люди, и вдруг один из них подходит ко мне. И я думал, этот парень вызывает полицию, но оказалось, что он подписан на мой канал, Властелин Дизель. Его зовут Трэвис, знаете, это круто, что людям заходит мой контент. Хорошенькие бананы, он почти не потерял формы. Но это другое дело. Скоро здесь будет очень скользко. Ничего себе! Вы видели, как у меня улетела запаска? Эта запаска была пристегнута у меня в багажнике, и вот тут металл сломался. Вот как быстро я дрифтовал! Вопрос, который нужно задать на самом деле, а нужны ли бананы вообще, если у тебя 10 тысяч лошадок под капотом? Посмотрите на эти куски резины, которые отслаиваются от покрышки. Обалдеть! Давай не сдавайся. Е-бой. Чуваки, посмотрите на все эти ошметки от бананов. Очень вкусно. Знаете, чаще всего люди дрифтуют на совершенно обычной резине, в то время как я... Черт побери!
Сказать по правде, ребята, так весело мне уже давно не было. Не верится, что они все еще не лопнули. Посмотрите, какие они стали шершавые. Это все из-за асфальта. Он весь в трещинах и совсем не гладкий. Но бананы немного сглаживают это обстоятельство. Итак, возможно ли дрифтовать на кожуре от банана? С ней лучше, чем без нее. Но на самом деле можно и без. Теперь мне предстоит отмыть 25 кило бананов и ошметков этих шин со своей любимой пленки. Одна из плюшек пребывания в браке состоит в том, что после того, как ты записываешь дрифт на кожуре от бананов, потом есть кому убрать весь этот банановый беспорядок. Ха, ну ладно, я ей помогу. Обещаю. Кстати, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал Властелин Дизель, жмите лайк и колокольчик. На канале самые топовые видосы, розыгрыши и другие ништяки. Оставляйте комментарии под видео, делитесь им с друзьями. Еще раз спасибо за просмотр. Я вас люблю. Вот так вот мы дрифтуем.